и концепт VR достаточно такая интересная еще. Потому что есть несколько вещей, которые эти арки преследуют. Первое, это создать некий квест в городе, который будет интересен не только самим живущим в городе, но и тем, кто будет приезжать, это некая такая туристическая программа будет. Так, что само себя представляет? Сделать в домах, ну, по городу, в арках, в обычных домах, можно увидеть там 50 лет СССР, на проспекте еще, ну, домов таких. Их как-то, ну, забомбить, то есть раскрасить, сделать какой-то сюжет. И чтобы эти арки по сюжету между собой были связаны. И чтобы, увидев одну, захотелось дальше, дальше, дальше. На это все можно накладывать как и рекламу, ну, спонсоров, которые все это будут делать. То есть Алексей тут предложил это QR-коды, как они называются? QR-коды. QR-коды, да. Что это такое QR-коды? Ну, это видел, может, сейчас Мегафон очень сильно пиарит, то есть квадратик такой с точкой. Ну, как тебе это? На продукции нет. Так. Логотип группу заходил? Все, понял. Вот, понял, там на него камеры телефона наводишь, он хоп, выдает тебе ссылку, и ты уже, там, ссылка на сайт, там, что угодно может быть, может, все, какое-нибудь послание там. Образного такого. Да. Тут уже можно предложить, у меня идея давно такая уже созрела, просто не знал, как это все это придвинуть. Можно эту тему арок развить, там, не только на арке, но у меня есть такая, как давно уже год. Как мне казалось, было бы интересно, если сделать это канализационные люки. Хоть как-то их забить, то есть по городу. Это в Японии очень интересно эта тема сделана, кто хочет, может посмотреть. Это люки канализационные в Японии. Да, все понял. Да. То есть не просто там банальный круг такой чугунный с надписью там ТЗ, там ТС, а как-то все это красиво. А ты не думал, что их будут это выносить там? Да. Нет, в России бесполезно делать именно вот такие, чтобы их отливать. Вот так, чтобы, да? Они еще будут безумно дорогие, просто их как-то разрисовать. Арки? Люки. Арки тоже, и люки. И в принципе можно... Ну это по закону преследовать. Смотри. По поводу арок, там еще это хороший вопрос. По закону мы разрисовали в городе точку люки. Вот они жили спокойно. Нет, арки это точно, я по себе знаю. Нет, тут даже можно... Ну, одно дело, когда ты там бомбишь баллоном, допустим, да. Другое дело, когда ты просто делаешь... Да, все, тут огромное. Очень что, сильно поможет. Зависимо, чем портить. Нет, на самом деле нет. Одно дело, когда ты хулиган, потихоньку там ночью нарисовал, а другое дело, когда ты пошел, допустим, в ЖУшник или там официально сказал, у нас это программа... Будет проработано. То есть, если договариваться... Смотри, предварительный переговор с властями... Это будет обязательно. Что их волнует только одно, чтобы это была не разовая акция, чтобы тогда за этими рисунками в арках следили, их волнует, чтобы была прописана некая программа, из которой будет видно, что не просто пришли и разбомбили, да, а пришли и разбомбили, и там происходит некая событийная такая история. Ну, да, есть развитие этому, а развитие можно задать большое. Как бы смысл просто, не так просто там. Как граффити, привязано к зданию. Вот взять, допустим, арку, я уже всем говорил, на Аксаково, где своя компания, возле Бога, там есть арка, ее никто не закрашивает, ее объявлениями вообще не заклеивают, она существует уже давно. То есть там реально красивые разрисованные стены. Тут еще к этим аркам мы приплетем идею стражей четырех дорог, это уже отдельная история, но это должно быть между собой связано. Ну, это связать не так сложно. Связать не сложно, потому что там... Стилистики можно связать. Да. А что такое четыре дороги? Это вообще отдельная история. Это... Давали, во-первых, читать, во-вторых, есть в группе. Да. Но вроде не ходил. Я что-то не видел. Ты же не любил, что Алексей, почему ты тебя читаешь? Почитай. Я видел про эти... А вот мы тебе специально не будем говорить, где это лежит, но это и есть группа. Найди, справлюсь. Так вот, у нас по Азбе, понятно, да, идет 3 мероприятия, начиная с сентября этого года. Будет, насколько я помню,
на спартакиаде, что-то типа того. В следующем году будет чемпионат то ли мира, то ли Европы среди молодежных команд. У нас в Уфе будет. И смотреть, собственно говоря, в Уфе не на что. То есть экскурсии, это монумент дружбы, слова пила, это все. Эту проблему можно решить просто, достаточно. Нам даже сайты не нужно, есть уже наработанные рисунки, кто такие, да? Ну, и арочных проемов, и всевозможные просто вообще рисунки, да? То есть ручные, надо быть как-то встретиться в любое время, ну не в любое время, как-то обозначиться. Ну да, то есть договориться и... Есть семья, так, несколько человек, которые... Да, которые будут этим именно заниматься. Да, именно, и посмотреть. Все эти буклетики, рисуночки посмотреть. Вот это нравится, вот это прикольно. Потому что можно стилизовать под минимализм, можно стилизовать под резню, можно стилизовать, допустим. Ну да, резню тоже будет, все. Да. Потом у нас есть свой фирменный стиль, допустим, который уже отработан в резне. Его тоже можно привязать. Ну, как бы, привязать да. Можно все, что угодно. Как ты сам сказал в прошлый раз, чтобы был выстроен квест. А то, что вот как бы для того, чтобы сделать рыбак, вот там больше надо. Подумать, чем здесь сам. Народ очень сам говорит. В чем? По поводу Казанатора. Что вообще это? Да. Что есть из того, по что поводу... есть в голове, я имею в виду там ассоциации. Ты имеешь в виду, то есть уже это самим маркам, то есть как в каком направлении их развивать? Или просто... Мы сейчас о марке чего говорим? С арками, в принципе, понятно уже, можно дальше не говорить. Для того, чтобы их запустить, надо просто встретиться еще раз, посмотреть все эскизы, и все, и уже можно начинать. Нет, а... Ты сейчас улыбал. Лейбл, он имеет... Я про арки, я говорю, больше вам... В принципе, лейбл... Фирменного стиля, общего, медиагруппы. Медиагруппы, да. Окей, тогда про арки я еще одну маленькую дополнение сделаю. Мне эта штука понравилась, я ее не видел уже в нем, видел только в интернете. Граффити Бухом называется. Да. Живой граффити. Можно посмотреть. Идея такая в моей больной голове родилась. Ведь по сути дела, вот такой ерундой Бухом можно вообще весь первый этаж, допустим, делать. Просто весь первый этаж дома. Или квадратиками. Или сделать какие-то... То есть не просто арка, да? А из этой арки Бухом вот что-то отходит и идет по всему дому. Правда, надо поливать. Можно сделать. Его надо поливать, да, и он еще это... Здесь ковырять, у нас люди же такие, они вот ковыряют. Потому что он наносится, это там смешивается, там что-то с чем-то, с какой-то липкой штукой, Дети. Ну, я о другом. Буду ковырять. Давайте попробуем где-нибудь в качестве эксперимента. Просто поймем. Можно применить, допустим, связать с аркой и, допустим, зелень где-то там, чтобы детишки не достали. Да и не только детишки,